Сегодня мы освоим столбик без накида. Это, наверное, самый базовый столбик в вязании крючком. И уже научившись вязать столбик без накида, вам будет проще освоить следующие, более сложные столбики. Вот на этом полотне я провязываю столбики без накида за всю косичку. И обычно, если на схеме не указано, что мы вяжем только за заднюю стенку, обычно тогда вязание столбика без накида всегда идет за обе стенки косички. Итак, я остановилась как раз на начале ряда. Вот у меня петелька. Я делаю одну воздушную петлю подъема и начинаю вязать столбиками без накида. Я ввожу крючок в петлю под всю косичку, вот так вот, захватываю нить, образуются две петли. И теперь снова захватываю нить и протягиваю через две петли. Продолжаем. Ввожу крючок под всю косичку, захватываю нить и через две петли снова захватываю нить и протягиваю. Если вы вяжете из рафи, обратите внимание, мы вытягиваем нить вот так вот до такого момента, чтобы крючок располагался параллельно нашему вязанию, параллельно полотну. Тогда ваш столбик без накида получится пышный. То есть вам будет сначала казаться, что он вот такой вот длинный. Нет, ничего страшного. Провязывайте. Потом после отпаривания они станут вот такие вот пышные. И в принципе столбиками без накида вы можете даже связать целую сумку, она будет лаконичная, современная, а украсите вы ее, например, оригинальными ручками или сделаете кожаное донышко, или свяжете по кругу, это будет ведерко. И столбики накид, без накида – это наше все. Желаю вам ровных столбиков. Встретимся на следующем уроке.